Летом этого года 34-летний Тимотей и 31-летняя Ирина Шейкудвили заинтриговали блогеров совместным фото. Модель опубликовала снимок, на котором она позирует вместе с Тимотеем. Снимок Ири подписала «Татары идут», намекая на корнеры перо и свои. Тимотей тоже поделился фотографией со Шейк. Правда, подписи к посту он оказался более эмоционален. «Как можно взять и вот так вот, два раза подряд, не оставить нашим пацанам ни одного шанса?» Блогеры принялись гадать, что же значит совместная фотосессия модели и музыканта. Многие предположили, что Ирина снимается в новом клипе Тимати. Теперь же все тайное стало явным. Как оказалось, звезды снялись в рекламе нового жилого комплекса в Москве, билборды с их снимками уже появились в центре столицы.